Сегодня в Ульяновске открывается международный кинофестиваль «От всей души». 11-й по счету, выросший и известный, он начался с традиционной пресс-конференции. Министр культуры Евгения Сидорова еще раз напомнила о том, из чего будет состоять 6-дневный киномарафон. Жители Ульяновской области будут смотреть хорошее семейное кино. Их ждут творческие встречи с артистами, режиссерами, сценаристами. И на самом деле это 6 дней кинопраздника на нашей территории. Народный артист России и президент кинофестиваля Владимир Хотиненко считает, что мы живем в эпоху распада культурных ценностей. По его мнению, фестиваль необходим современному обществу. Владимир Иванович желает просветить молодое поколение россиян. Держаться до последнего, иначе мы правда погубим поколение и вообще весь этот культурный слой. Поэтому фестиваль чрезвычайно важен, чрезвычайно интересен, еще пропаганда. Дай Бог ему успех. Среди почетных гостей оказался актер Донецкого драматического театра. Сергей Лупильцев поведал историю о возрождении искусства из пепла. Несмотря на то, что республика истерзана войной и потрясениями, билеты в его театр достать проблематично. Каждый выходной все идут на спектакли. Сергей Георгиевич признался в том, что хочет расширить горизонты, создать республиканскую киностудию. И вот мы потихонечку присматриваемся, набираемся опыта. Рано или поздно война закончится, и Донбасс будет двигаться вперед. И поэтому кино и вот такие кинофестивали станут обязательным на нашей земле. Как известно, 2019 объявлен годом национального единства. Поэтому от всей души расширил свою географию. В программу кинофорума вошли показы чувашских, татарских и башкирских фильмов. Ближним зарубежьем и соседями не ограничились. 50 кинолент из 15 стран мира уже готовы к публичному показу. Виктория Чиркова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.